Здравствуйте, друзья! Начинаем завершающую часть путешествия по Италии. Третья часть путешествия. Снял я вот такую машинку Fiat 500. Я буду путешествовать с знакомой, хорошей, веселой девочкой Мариной. Сейчас мы поселились в таком интересном кемпинге. Вот, ждем автобус. Едем в Венецию через минут 15-20. Жара. В этой части путешествия про Италию будет очень много про горы, Альпы, очень красивые дороги. Высота где-то будет максимальная 3300, но это будет на подъемнике, на машинах где-то 2600, что-то такое. Ну, смотрите, кто не подписался, подписывайтесь на канал, будет очень много интересного. Смотрите другие серии про Италию, заходите в плейлист «Италия», там уже, наверное, около 40, может, около 40 серий, очень много. Вот. Подхожу я к Маринке, сидит она возле бассейна, вот там, в конце бассейна. На улице очень жарко, спасает только бассейн, бар возле бассейна. Я снял относительно недорогой отель, как для Италии, как для Венеции. Стоимость такого очень интересного бунгало всего 30 евро. И от отеля ходит автобус, такой шаттл в Венецию. Где-то до Венеции 10 километров. Сейчас будем ехать уже в саму Венецию. Смотрите дальше. Сама Венеция — это остров, который ведет вот такой мост, по которому ходят автобусы, автомобили. Поезда ходят, автобусы, автомобили упираются в сам остров, там останавливаются, высаживают туристов. И сама Венеция — это суто пешеходная зона, где есть только корабли, лодочки и пешеходы, никаких автомобилей. Через всю Венецию идет Гранд-канал. Ну вот эта часть Гранд-канала, он будет часто проскакивать на видео. И очень много маленьких каналов, маленьких речушек. Ну и повсюду корабли. Наш автобус высадил нас не совсем в понятном месте. И вот такой у нас получается центральный вход в Венецию. Красота, парад. Нас встречают. Оп. И в Венецию. Парадный вход в Венецию. Друзья, посмотрите на домик на канале в Венеции. Три гаража для трех лодок внизу. Блин, красота. Необычно. Повсюду в Венеции вот такая, как слева, вот такие, как слева, остановки. Очень много маршрутов, как маршрутных корабликов, кораблей, так каких-то такси. Такие гондол, но гондолы будут дальше. Ну и весь транспорт, все какие-то маршруты суто на кораблях или ногами. Ready. Мы сошли с Гранд-канала, решили прогуляться по небольшим каналам, тем более по ним очень много гондол будет плавать дальше. На удивление, нету неприятных запахов. Все-таки повсюду вода, повсюду сырость и какие-то старые канализации, но ничего такого замечено не было. Повсюду столбы для парковки кораблей. Необычно как-то так. Очень необычный город. Очень понравился.
На очень приятное удивление, в Венеции мы были в конце августа, было не очень много людей. Местами были улочки, где были люди, ну, там как бы много людей. А так все очень-очень даже терпимо. Ну, мы находили разные уединенные колоритные улицы, но на больших немножко было, но я думал, будет намного больше. Стоимость небольшой прогулки всего-то 80 евро. Скажи, give me 1 euro. I need it. Опять мы вышли к Гранд-каналу. Посмотрите, сколько людей. В основном люди, туристы держатся поближе к Гранд-каналу. И тут как бы вот такое всегда скопление. Мы старались ходить по разным небольшим улочкам. И там всегда можно переключиться от количества людей. Хотя количество людей тоже тут терпит. На подъезде к острову Виктория есть очень много дорог для кораблей, они обозначены буйками, идут двухсторонние, очень необычно. Один из символов Венеции – маски, они тут повсюду. Двигаться по Гранд-каналу не везде получается, и местами главная такая дорога отходит относительно далеко от Гранд-канала, и по Гранд-каналу вообще нет никаких тропинок, на удивление. Удивило, мы по прилету шли по аэропорту, и там вывески дублируются итальянский, английский. Как вы думаете, еще какой язык? Китайский. Первый раз, наверное, в Европе вижу, чтобы третий язык был китайский. Вот такой город Венеция. Я и толпа людей фотка. Тут как-то вообще такой движ, что пройти нереально. Скузи. Что-то тут жарко, чини. Один из самых красивых видов. Цікаво, як тут було руки подивитися. Стоимость такого удовольствия на гондоле 80 евро. А вот такой прекрасный вид открывается из
залива Сан-Марко, когда Гранд-канал впадает в такой широченный залив, а дальше залив уже впадает в Адриатическое море. Маренко, мы тужились, мы бухаем на остановке. Громадського транспорту. Начнём! Як бидло якесь. Чекаємо маршрут. Поїхали в Італію, щоб на місці зупинки, блін, маршруток і таксі побухати. Он менти зараз візьмуть за жопу. Просто сели на пирсике с Маринкой попить маленькую бутылочку пивка, очень жарко, и мы нашли такую лазейку, чтобы пробраться поближе к воде, и возле нас все время плавают лодочки. Ну, круто. Погодка, конечно, такая серенькая, но очень круто. Мы в Венеции, тут очень красиво. А дальше мы идем в сторону площади Венеции. И там будет, ну, совсем другая Венеция. Смотрите дальше. Подписывайтесь, если не подписался на канал. Справа у нас дворец дожей, такой с колоннами. Дальше мы выходим на площадь Сан-Марко. Ну, очень необычно, как для Венеции, большущая площадь. Нигде нету ни гондол, ни воды. Необычно. Я нашел маленькую интересную смотровую, и мы сейчас с Маринкой сошли с центральной дороги и идем посмотреть, что там. Я молодец. Там она сейчас будет и ты. Перед нами открылся такой нетуристический пирсик, где припаркованы гондолы. По Гранд-каналу плавают кораблики. Ну, очень необычно. Венеция очень сильно покорила. Если выбирать между Римом и Венецией, 100% Венеция, и она намного красивее, как для меня, банального Рима.
гондольщик припарковал свою гондолу и собирается идти домой. Вот как-то так. Такая ночная парковка на воде для гондол. Необычно. На фоне Венеции. Подходит к завершению наша прогулка по городу Венеция. Город очень понравился. Очень колоритный. Очень необычный. Очень какой-то аутентичный. Вот эти все улочки, маленькие вместо дорог, каналы, лодки повсюду, пробки из лодок, лодки, которые как-то там на перекрестках друг друга пропускают. Очень необычно, очень понравилось. Всем рекомендую, если выбирать, например, между Римом и Венецией, повторюсь еще раз, это 100% Венеция. Кому понравилось это видео, кто еще не подписался, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Новые видео про Италию будут, про горную часть, про Доломиты, про Альпы. Тоже будут неплохие серии, это уже будет в следующей серии. Спасибо, что досмотрели до конца и до новых видео.